Александр, рад вас приветствовать на Heli Rush 2022. Не виделись с Макса. Отлично выглядите. И что привезли? Самое главное. Спасибо. Мы тоже рады вас видеть в очередной раз. Я так понимаю, не проходит ни одной выставки, чтобы мы не пересекались и не рассказали вам о своих новинках. Это правда. Да. На данной выставке мы представили самую интересную вещь. Это вот наш новый беспилотник SH-750. Значит, его основные отличия – это при взлетной массе 700 кг, полезная нагрузка аж 300 кг. Насколько сильно отличается от предыдущей модели, которую мы видели как раз на Максе? Предыдущая модель была SH-450. Она, кстати, здесь как уже отработанный, работающий практически в серии экземпляр. Там взлетная масса была 450 кг и полезная нагрузка 120 кг. То есть этот вертолет поднимает больше, чем в два раза. Это действительно сильные успехи. Вижу, кроме этого, соответственно, ветролета, есть еще и небольшие варианты или это прототипы. Что это? На нынешней выставке мы показали прототип нашего нового вертолета. Это перспективное беспилотное судно вертолетного типа взлетной массой 3000 кг. И там уже будет полезная нагрузка 1000 кг. То есть вот это уже, вот этого ждет рынок, этого ждут заказчики. Они говорят, давайте нам новых вертолетов, чтобы летал дальше, поднимал больше. И вот мы как раз работаем в этом направлении. Значит, если у этой модели сейчас идут заводские испытания, и первый полет запланирован на июль, то у перспективного нашего аппарата в 2023 году будут заводские испытания, и уже ввод в эксплуатацию будет в 2024 году. Это здорово. Мне отрадно слышать, что вы прям развиваетесь и развиваетесь. И вообще ничего вас не останавливает. Скажите, как вообще обстановка в целом на фоне геополитической ситуации? Именно, я не знаю, детали, логистики, вот эта вся история. А дело в том, что наши вертолеты и до вот всей этой ситуации на 95% состояли из отечественных комплектующих. Так как мы уже больше 3 лет занимаемся именно вот развитием в этом направлении. То есть мы постоянно что-то, если берем импортное, то стараемся это заменить. И на это мы уже тратим очень много сил и очень много времени. Своими силами заменяете? Конечно, конечно. Здорово. Ну, мы иногда имеем какую-то поддержку от государства, но в основном это все инициативные работы. И зато это нам, в общем, помогает пережить данную ситуацию, в общем-то, более-менее. Легко. Александр, с беспилотными вертолетами все, беспилотными летательными аппаратами, да, и стало понятно, очень, опять же, радуюсь, что развитие идет активно, и я уже жду, конечно, каких-то прям свершений, ну, рекордов, естественно. Что еще есть нового, такого, что прям вот новинка-новинка? Ну да, рекорды будут, я вам обещаю, в вертолетах, но самое интересное, что Aeromax — это разработчик, кроме того, что беспилотных систем, еще и полезных нагрузок к ним. Да, и вот на этой выставке мы впервые демонстрируем аэрофотоаппарат собственной разработки. Он может размещаться как на беспилотниках самолетного типа, так и вертолетного типа. Ну, задачи, цели — фотографирование, картографирование. Вот. Это с этим все понятно. Сколько оптики, вес? Вес порядка 2 кг. Это важно, ведь как раз БПЛА, насколько я понимаю, там действительно стараются... Там за каждый грамм борьба борется. Идет. Да. Идет борьба за каждый грамм. Кроме этого, понятно, что оптические системы в этих вопросах мы сильны были давно. Кстати, новые, вот маленькие, легкие. Но самое интересное, вот как ни странно, наверное, неожиданно увидеть на вертолетной выставке, мы здесь представляем вот некое вот устройство. Вот никогда не догадаетесь, что это такое. Это подводная фотограмметрическая установка. И разработана она по заказу или просьбе русского географического общества. Вот. Она предназначена для создания 3D-моделей подводных объектов. Вот данная модель, она до 200 метров спускается, а потом следующий этап — это мы будем делать подобный аппарат до 2000 метров. Правильно я понимаю, что это не имеет особого отношения именно к истории с полетами? Все-таки тут исключительно погружение, или это можно как-то совместить? Ну, к вертолетам это, конечно, не имеет отношения, но если рассматривать подводное плавание тоже как некий полет,
Вот. Мы как-то вот так это увязали. Uh-huh. Это понятно, что это размещается на обитаемых и необитаемых подводных аппаратах. Uh-huh. И я говорю, что служит для исследования подводных объектов на глубине, uh-huh. вот данные, до 200 метров, а в следующей будет модификация до 2000 метров. Слушайте, это здорово, интересно, что и в этом направлении разработки идут. То есть я вижу, Аэромакс, он как бы и вверх развивается, и конечно, вглубь развивается во всех направлениях. А у нас дело в том, что у нас специалисты, у которых очень много задумок, очень много идей, и они постоянно там что-то пытаются реализовать. И как только мы у нас же круг общения очень большой, и вот с Русским географическим обществом у нас очень тесные связи, и вот как-то так вот мы были вместе на их мероприятиях, связанных с погружением, и мы, в общем, решили, что мы же можем сделать, да, так сделайте. И вот родился вот этот, скажем так, объект, и в конце лета мы планируем с этим прибором спуститься на глубину 150-200 метров и изучить какие-то подводные там корабли или еще что-то. С нетерпением будем ждать вашего изучения, и на этом большое спасибо. Да. Все. Ну что, друзья, вот и подошел к концу первый день Hilli Russia 2022. День очень насыщенный, большое количество компаний, большое количество новых знакомств, какие-то интересные разработки, инновации. И все это здесь, Крокус Экспо. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и пишите в комментариях, что из этого выпуска вам понравилось больше всего. Ну а я пойду немножко отдохну.